Голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, завершено. Мэрия огласила результаты. На первом месте сквер Московский. За него проголосовали 2870 раз. Далее идет сквер воинов-интернационалистов и территория по улице Парижской коммуны, расположенная между домами 11 и 13. За эти площадки тоже более 2000 голосов. Таким образом, данные объекты будут в приоритете на благоустройство в этом году. Будет распределение средств, будет подписано соглашение о финансировании и уже поступят федеральные областные деньги на исполнение программы. У комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды есть ряд вопросов. Например, пожилые люди, поскольку с интернетом не дружат, фактически остались в стороне от принятия важного для города решения. Или взять красную талку. Сейчас она в хвосте рейтинга, а в прошлом году в аналогичном голосовании на выборах президента была в лидерах. Почему не перенести ее на 2019 по умолчанию? Обращались жители и по телефонам, и были письменные обращения коллективные, подписанные большим количеством жителей, которые просто фиксировали, скрины экранов присылали, когда за несколько минут появляется по 700 голосов на одной территории, а в течение трех дней ни одного голоса нет. Поэтому, конечно, сомнения есть. Средства на реализацию проекта распределят в феврале-марте. Комиссия полученные итоги голосования зафиксировала, но к вопросу решила еще раз вернуться и обдумать, что же все-таки действительно важно благоустроить в этом году. Решение примут в том числе и исходя из суммы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.